Ну давай, я тебя поглажу, малыш. Хороший. Хороший малыш. Ну а второй вообще отвернулся, обиделся, возможно. Не проявляет ко мне никакого интереса. А вот этот малыш, да, любопытный. Любопытный, как моя любопытная кошка Алекса. Привет, привет. Ладно, посмотрели мы вас и идем к следующим зверям. И как только я это сказал, второй обиженный ослик подошел ко мне. Ну, привет, привет, привет. Вот так бы сразу. Молодец, молодец. Молодец. Так и надо дружно подходить, интересоваться, здороваться, общаться, да? Молодец. Ну что ж, продолжаем осмотр. Туристы подтянулись к нам. А вот совсем маленький ослик. Что-то я его совсем не рассмотрел. Маленький малыш. Малыш. Наверное, они хотят молочка. Но у нас его с собой точно нет. Нет молочка. А по соседству с осликами у нас козочки, я уже показывал. И вот такой барашек. Привет, барашек. Подойдешь? Нет. Поздороваемся только. Вот козочка одна тусит. Барашек. Ладно, тогда я пошел. Пока. Пока, барашек. А вот с этой точки мы уже рассмотрим бабуинов поближе. Вот тут вот изгородь совсем рядом проходит. И вот несколько бабуинчиков совсем рядом. Бабуины, бабуины, куда пошли? А попа красный, как у матрасы. Бабуинчик. И малыши здесь, и большие, и все, практически все разбежались. Ну ладно, тогда тоже идем. А вот в этом вигваме мы видим морских свинок. Здесь для них припасли какую-то зеленую травку. Какую-то зеленую травку они кушают и отдыхают. Ну, морские свинки у нас живут едва ли не в квартире. Ну, а здесь вот так, в этом вигваме. В следующем вигваме жильцов не обнаружено. А дальше зона отдыха. И дальше мы видим страусов, который гордо ходит с высоко поднятой головой. И вот такие вот здесь есть антилопки, маленькие, маленькие антилопки. Смотрит синхронно, смотрит в одну точку. Вот. Как только я это сказал, один начал двигаться. Неужели они понимают по-русски? В очередном вольере мы видим страуса Эму. Идем дальше. Если пойти левее, мы увидим кенгуру, о чем свидетельствует вот эта вот табличка. Кенгуру. Ну а здесь пока страусы. Вот он, страус. Салам алейкум, страус. Ай же страус, есть. Вон он какой. Немножко облезлый. Они хлеб едят, да? Сейчас я просто его щелкну. А что он бандит глаза у меня? Какой? Хочет оттяпать еду.
практически на расстоянии вытянутой руки находится страус, даже еще ближе. Как бы он мне камеру не щелкнул своим клювом. А вот это вот кенгуру. Малыш кенгуру. Что-то он закормленный, видимо, не хочет кушать. Малыш. Вон у него какие когти. У этого малыша. Кенгуру. Но тем не менее ест. Малыш. Если есть малыш, то должна и крупная особь быть. Ну, пока мы не видим больше никого. Кушает хлеб с удовольствием. Хлеб у нас есть. Да, в траве мы видим еще одного кенгуру. Вот, найдите кенгуру. Ну, а это страус. Самый любопытный, пожалуй, страус в Африке. И сразу ушел. Напротив страуса и кенгуру находятся антилопы. Пасутся. Пастбище у них достаточно большое. Вот даже можем заметить водоем и навес. И настоящее дерево. Антилопы пока. Ну а мы видим еще одних страусов. И сейчас подойдем поближе. Страусы стоят совсем близко от забора. Хорошие птички. Привет! Салам алейкум! Салам алейкум, птички! Вот они какие! Высокие, выше, чем я. О, ну, не надо меня клевать, я несъедобный. А второй чего-то чешет. Чего-то там чешет. Вот он какой, гордый. Да, с такой птицей не поспорить. А вот и второй. Так, а здесь что мы видим? В непосредственной близости от страусов. Здесь тоже, по всей видимости, антилопы. Вот они. Пасутся. Пятнистые. Пятнистые антилопы. Это нужно. Здесь на них только воды на руки. С рогами и без работы. Работники настоятельно предлагают за динары покормить животных. Ну, я думаю, пусть сами кормят. Так, а если мы пройдем дальше, то мы можем увидеть верблюдов. Там их очень много. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим на этих верблюдов, кораблей пустыни. Вот сюда свернем, видим навес. А вот здесь, по всей видимости, катают туристов. Салам алейкум, верблюд! Кэмэл! Кэмэл!
Нет, не хочет ко мне поворачиваться. Не хочет поворачиваться ко мне. Ну, идем к следующим верблюдам, более любезным. Верблюдов в Африке, конечно же, немало. Это для нас они в диковинку, а здесь как само собой разумеющийся. Так, а здесь у нас представлена лама. Две особи ламы. Вот даже табличка есть. На английском и арабском языках. И вот даже три ламбы. Одну я не разглядел. Салам алейкум, ламы! Салам! Нет. Ламы даже ухом, что называется, не повели. И продолжают пастись и отдыхать. Хотя туристов здесь не особо много, но они не проявляют какой-то дружелюбности и гостеприимства. Ламы, вот такие они ламы. Ну а чуть дальше можно увидеть очередных верблюдов. Одна кучка состоит из четырех верблюдов, и вот здесь три верблюда пасутся. Ну а если посмотреть правее, то там вообще целое стадо верблюдов пасется. Стадо. Наверное, особей 20. Ну а вот и лама повернулась к нам лицом. Привет! Привет, конечно, привет. Лама, любопытный ты оказался.